В спортивном комплексе «Металлист» начал работать реставрированный зал. После протечки кровли здание помещения сильно пострадало. С 2014 года оно находилось в аварийном состоянии. С 2019, благодаря содействию социального партнера мэрии Магадана, компании «Полиметалл», начался ремонт зала. В этом году специалисты закончили все работы и ввели в эксплуатацию это помещение. В зале установили современное оборудование. В зале находится современное световое и звуковое оборудование. Сейчас зал уже распахнул свои двери для воспитанников хоровой школы. Также мы ждем все другие творческие коллективы.